Татьяна Горелова – одна из самых опытных работников Нижегородской станции аэрации. Оператор хлораторной установки проверяет качество очистки сточных вод. От ее работы зависит экологическое состояние Волги. Именно туда после очистки и поступает вода со станции аэрации. С 9 часов начинаем отбор проб, через каждые 2 часа в любую погоду. Это независимость от погоды, дождик, снег, сугробы. Нам нужно идти. Мы проверяем воду. На своем посту Татьяна Горелова уже 42 года. Стаж внушительный. Это отметили и на федеральном уровне. В преддверии Дня работника жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Горелова в числе получателей наград за добросовестный труд и высокий профессионализм при выполнении должностных обязанностей оператор хлораторной установки удостоена благодарности Министерства строительства и ЖКХ России. Мне очень приятно, что оценили мой труд на таком высоком уровне. Значит, я работаю не зря. Большое всем спасибо. Заслуженные награды получили также представители сферы ЖКХ и из других организаций по всей области. Церемония прошла в Кремле. В зале собрались лучшие представители отрасли. Именно они на высоком уровне ежедневно работают на благо всех нижегородцев. Сергей Щеплягин, Алексей Калякин. Время новостей.